Хотели бы вы сбросить ядерную бомбу на США? Конечно, нет. Нет. Возможно. Зачем? А зачем конкурент России? Я то как африканских, то могу сказать, да. Наверное, да. Разумеется. Несколько бомб. Скорее да, чем нет. Да, надо сбросить. Нет, я за мир. Нет, я бы сделал это на России. Нет, я бы не хотел сбросить ядерную бомбу на США. Нет войне. Россия, Украина, всем мир. Конечно. Мечтаю это сделать. Нет, конечно. Нет. 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 Нет, конечно. Нет, конечно. Что же, да нет? Нет. Нет. Почему? Потому что ядерная война — это хуёво. Если мы ебанем на них, они ебанут на нас. Ну это, бля, и глупость с политикой. Нахуя в это вникать? Нет. Почему? Потому что это смерть. Я против насилия и смерти. Нет. 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 Там. Ни в коем случае. Миллионы мирной жизни. Нет. Нет. Скорее нет, чем да. Да нет. 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 Я нет. Конечно, не хотел бы. Потому что из-за этого получилась бы цепная реакция, и всему миру было бы пизда. Нет. Нет, ни в коем случае. Нет. Нет, тогда придет конец человечеству. Нет, сам. Я не умственно отсталый. Нет. 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 Резко против. Нет. 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 Не-не. Нет, не хотел бы. Нет. Нет. Хотели бы вы сбросить ядерную бомбу на США? Нет, конечно же. Нет. Да нет, наверное. Я не хочу, чтобы ядерное оружие использовали в принципе. Нет. Нет. Ого. Нет. Вообще не хочу никакую бомбу бросать. Нет. 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 Ну, бомба на США. Нет. Я не хочу. У нас США. Нет. Ой, бля, нет, до свидания. Нет. 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 Нахуй надо? Нет. Нет, ни в коем случае. Нет. Нет, ни в коем случае. Но в данный момент бы нет. 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 Конечно, нет. Конечно, нет. Это очень глупо. Нет. 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 Я пацифист. Нет. Пускай они за Югославию мне ответят, а потом уже будем говорить. Да. Блять, такой страны не должно быть нахуй. Это лишнее в нашей жизни.